Воспитанники Ульяновского дворца творчества детей и молодежи приняли участие в 18-й творческой мастерской и международном конкурсе фестиваля «Акватемп плюс». Ансамбль танца «Симбирцит» составил конкуренцию коллегам из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Республики Саха. Крики «Браво!» и оглушительные овации. Ребята достойно показали себя на конкурсе, получив высокие оценки жюри и комплект наград. 4 диплома лауреата первой степени, 3 лауреата второй степени. Также средняя группа получила специальный диплом и приз за высокий уровень исполнительского мастерства. Ульяновские артисты продемонстрировали свое творчество сразу в 3 номинациях. Народный танец, эстрадный танец и современный. Судейский состав также отметил сплоченность и преемственность участников коллектива. Самые сильные впечатления – это когда мне сказали, что наш коллектив очень большой, нас будут просматривать в индивидуальном порядке. И для нас снимали отдельный зал, приезжали члены жюри, только на нас смотрели. И второй день конкурса был как наш отчетный концерт, когда выступал только ансамбль «Танц Симбирцит» и члены жюри. Ну, соответственно, в конкуренции с другими тоже коллективами нас просматривал и потом с нами долго достаточно общался. Буря эмоций, знакомство с другими коллективами и возможность продемонстрировать талант на большом танцевальном поприще. Ребята успели принять участие в мастер-классах и отдохнуть на море. Делегация состояла из 70 участников ансамбля и их родителей. Для многих танцоров международный конкурс – это привычное дело. Но есть среди них и те, для кого фестиваль в Сочи дебютный. Мне в Сочах очень понравилось. Там было круто. Мне больше всего запомнилось сама поездка и конкурс. У нас было 3 танца: светофор, чем чиним, починяем, и цветы жизни. Меня еще с детства никуда не возили. Я никуда не ездила, только это мой первый раз где-нибудь побывать. Я ездила уже на конкурс со своим коллективом 4-й раз. Как всегда, это море незабываемых впечатлений, мастер-классов. Ульяновские звездочки отмечают секрет их успехов, целеустремленности и тщательной подготовки. Впереди еще не одна такая поездка, новые постановки, конкурсы, а также ответственное мероприятие, подтверждение звания образцовый детский коллектив. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.